Вітаю вас з днем рождения! Слова Владимира Сапрыкина, музыка Людмилы Куликовой. День рождения исполняет Алина Олешко, Центр детского творчества. Орден 2 работает. Это поздравляла композитора Людмила Куликова, Центра детского творчества. Это ее воспитанница. А теперь вопрос нашему юбиляру. Владимир Михайлович, а где прошло ваше детство? И какие были игры в вашем детстве? Ну, многие знаешь, родился я в городе Майкопе. Тогда это столица Адыгейской автономной области, которая входила в состав Краснодарского края. Учился, как и все. Ну, а игры были какие? Ну, помню, казаки-разбойники. Войнушку играли, казаки-разбойники, да? Да. Но это было в 20 веке. А в 21 веке совершенно другие игры. И Владимир Михайлович это уже смотрел. Слова Владимира Сапрыкина. Музыка Людмилы Куликовой. Компьютеризация. Поет ансамбль «Радость».
Ты, а сам...